Всем привет, с вами Некромас. Мы играем Империон Галактик Сурвайвл сегодня. Но видео будет очень короткий, так как это как бы заключительная часть спасения моего корабля, как помните. Ну, в общем, дела такие. Как помните, кстати, сначала порекламирую, потом расскажу. В общем, хотел бы порекламировать, как всегда, канал Мирора Вежливой, который у меня в рекомендованных. Также, моего друга и вообще, можно сказать, даже брата, моего братишку, как я его называю, братишка. В общем, его канал тоже хотел бы порекламировать, Геймер и Ямато. Они оба у меня в рекомендованных. Да, это самое, и героическими их усилиями они забили этого грёбаного, как бы, не знаю, как его правильно назвать, авианосца, потому что по-английски карьер — это перевозчик, как бы. По идее, он должен, как бы, я как понимаю, перевозить что-то там, какие-то войска, либо там дроны, либо еще чего-то. Вот, это тот корабль, который убил меня, как бы, да? Что дальше? Вот, значит, видите, что с моего корабля осталось. Он, с одной стороны, как бы пострадал много, но с другой, как бы, и не очень. Он потерял, так, 15 турелей. Два движка, ну и кучу, конечно же, блоков. Сами видите. Так. И теперь такая история, что, в общем, я его не могу отремонтировать по шаблону. Не знаю почему, опять какая-то фигня. В общем, мне пишут, вот, типа, нет доступных резервных копий. Если пробуешь, типа, ремонтировать блоки, тут вон, железных слитков надо 9000. Это вообще, я не представляю, это сколько надо их делать. Да? И так, и когда делаешь вот ремонтировать шаблон, он еще там что-то дурит. Вот, типа, ремонт шаблона не вписывается в свободное пространство. Я этого не понимаю. Видимо, мое судно забольшое. Надо, в общем, я решил, что сделать. Я решил, как бы, сейчас податься в соло. И, ну, в смысле том, что я куда-то улечу на своем вот этом, что с него осталось, и буду из него перестраивать, то есть новый корабль делать. Что за корабль будет, увидите. Может, я буду снимать, я не знаю. Но... А также я хочу еще сделать, построить себе МС-ку заодно с этим кораблем, да? Вот такие, как бы, планы. А насчет, значит, спасения, так история такая, что Мирора с Ямато убили этого, значит, Баттлкайрера и улетели, да? А я просто взял яматовский корабль, полетел сюда, ну, взял генераторы, так как у меня, я знал, что почти все целое, у меня не было генераторов просто на корабле. Ну, прилетел с генераторами, их поставил и с пристыкованным Яматой прилетел назад. Вот и все, как бы, спасение. Почему я оказался на нашей, как бы, первой домашней планете? Да? Потому что случилась такая история. Я как бы рассказывал, но у Мироры там на стриме, но расскажу еще раз. В общем, я пошел там, как помните, я пробовал выживать. И я пошел просто добывать дерево, потому что мне нужно было базу запитывать, сами понимаете, там сами видели, что творилось. В общем, сейчас я сяду. Я пошел за деревом. И начались приключения такие, что я просто офигел.
И очень жаль, что опять так получилось, что вот очень часто, и мне это очень огорчает, но почему-то очень часто вот такие интересные вещи случаются, когда мы не снимаем. То есть мы как бы не предполагаем, что вот что-то случится. Просто пошел за деревом, а там случилось такое приключение. Ну что, что там началось? Во-первых, я пошел, это самое, и нарвался, как всегда, там в том месте. Это логично, там территория зирксов. И как ты приходишь, там постоянно появляется на том месте, где дерево, появляется патруль зирксный. В общем, я начал с ними сражаться, половину патруля перебил, и начался тогда кислотный дождь. Что мне делать? Я закопался под землю, конечно же, но там получалось так, что они ко мне лезли в этот мой, в эту мою норку, и пару раз еще убили. В общем, и как возрождаешься, ты опять снаружи. Опять ищешь эту дырку, чтобы выкопать. Ну, в общем, так длилось, пока кончился этот кислотный дождь. Но только он кончился, сразу начался огненный дождь после этого. А с огненным дождем совсем другая история. От него не защищает вот эти норки. То есть, что ты закопался под землю, еще даже, по-моему, хуже. Потому что температура там больше 100 градусов. И ты постоянно умираешь там каждую пару, максимум минут ты там выдерживаешь. Ну и при том зирексы себе свободно бегают, стреляют и так далее. Ну, в общем, вот, кончился этот дождь, да? Я облегченно как бы вздохнул и подумал, что я пойду поискать дерево, ну, где-то еще, не в территории зиркса, потому что так мучиться тоже. И тем более, что ты ходишь, ну, не имеешь ни судна, ничего, ты не можешь много дерева набрать, да? В общем, я пошел искать эту территорию, и как бы шел-шел, там как-то странно эта карта тебе показывает, то ты как бы не на территории зирксов, то ты вдруг на территории сразу появляешься, ну, в общем, такая какая-то она странная, не то что глючная, но... В общем, мы туда полетим еще мстить им, и тогда я вам покажу, вы все увидите, что там за карта и как там что. И к тому же еще все усложняет то, что там везде горы, и ты там валишься с этих гор вниз, и в общем, ну, вот такие всякие вещи. Что случилось там? Я как бы начал искать, вдруг опять нарываюсь на патруль, но патруль уже такой, что мне со снайперкой там было без шансов. То есть три дрона, три этих лазерщика, или пять, уже не помню, и пять собак. В общем, я там пробовал отстреливаться, и тогда начался град. Опять меня убило, в общем, потому что, ну, я ранение получил и от собаки, и еще град меня добил. И что, я попробовал, как бы хотел возродиться, нажал на текущее местоположение, вроде бы, как я думал, но в тот момент, когда я нажимал, лагнуло, и вместо возрождения на текущем местоположении у меня нажался вместо этого бодрый старт, и я оказался на нашей начальной планете, совсем этого не желая. Вот так вот. Вот такие были приключения. Очень жаль, что это все не заснялось. Я очень переживал из-за этого, потому что, ну, в смысле, что не заснялось, и что этот бодрый старт начался. Потому что мне было там интересно выживать. Там еще была, кстати, одна интересная история, что когда я там уже запустил свою базу, типа, да, начал собирать ресурсы на либо парящее судно, либо малое судно. В общем, ко мне прилетели сразу 5 дронов мочить мою базу. Я выбежал такой крутой, смелый. Там их постреляю, мол. Да, конечно, я пострелял. Меня убили. Я закопался под землю. Пробовал пробиться к базе. И, в общем,
кончилось тем, что пока я копался к базе, я не знаю, и либо у них патроны кончились, либо что. В общем, они не сумели мою базу взорвать. И пришло сообщение, что типа это самое, вы успешно защитили базу, и они улетели почему-то. Не знаю почему и как, но вот тоже так, такой интересный момент. Ну вот, а сейчас, как я и говорил, на этом я с вами попрощаюсь. И я сейчас обдумаю как. Да что, и полечу куда-то строить свой новый, либо переоборудовать старый кораблик, а там уже будет видно, как дальше. И либо буду снимать, либо не буду, я не знаю, вам интереснее, типа стройки неинтересно. Я выкладывал что-то не особо, вы там смотрите, может, вам это совсем не интересно. Ну, а вам здоровечка, удачки, спасибо вам всем за просмотр, за подписки. За лайки, дизлайки, ставьте, что вам нравится, как бы вы все равно оцениваете мой канал. Либо не знаю, что вы оцениваете. Ну, а встретимся в других видео. Пока-пока, с вами был Некромас. И мы немножко поболтали в Imperion Galactic Survivals в моде Reforged Eden. Пока-пока.